Привет, зритель. Ставим лайк и поехали. Надюша, беги домой, дождь начинается, донесся до девочки из сада ласковый мамин голос. И она не откликнулась, как обычно. Уже бегу, мамочка, и даже не шелохнулась. Ей не хотелось домой. Река была единственным утешением, любимое место на свете. Когда девочке нужно было побыть наедине, собраться с мыслями, то всегда бежали к реке. Это было счастье. Быстрое течение, казалось, забирало тревогу, вымывало из головы дурные мысли. Но сегодня река не помогла Наде. Девочка сидела над водой и безутешно рыдала. Слезы из покрасневших глаз текли на бегу. «Чужая, чужая», — повторяла Надя едва слышно. Не хотела в это верить, не знала, как жить с этим дальше. Надя училась в 8 классе, росла сообразительной, умной девочкой, была отличницей, любимицей учителей, а как гордились дочерью родителей. Ведь не только училась добросовестно, но и за разную работу бралась, всему научиться хотела, мечтала стать врачом, потому что очень любила заботиться о больных. Вот, например, заболеет папа, то Надя сразу же в постель его укладывает, пледом накроет, молока теплого принесет, спину разогреет гусиным жиром, затем снова идет помогать маме по хозяйству. Одним субботним днем родители уехали в райцентр на рынок, а она осталась дома, на хозяйстве, так сказать. Взялась за уборку и начала наводить порядок в шкафу. Стоит в спальне родителей, потому как у мамы в этот шкаф никогда руки не доходят. Надя встала на стул, чтобы достать до верхней полки, однако шкаф был глубоким. Девочка оступилась и, падая со стульчика, ухватилась за полочку. С ее дальнего уголка вываливалась коробка и открылась, из нее выпало много каких-то документов. Надя встала и начала медленно складывать их на место, и вдруг ей попалась на глаза бумажка, в которой говорилось об усыновлении ребенка. Девочка внимательно перечитала бумагу и не поверила своим глазам. «Как же так?» – спрашивала школьница. «Неужели у меня есть настоящие родители, родная мама? Почему они воспитывают меня?» Десятки вопросов роились в девичьей головке, но ни на один из них ответа не было. Надя не заметила, сколько простояла на коленях, держа в руках маленький лист бумаги. «Чужая, чужая!» – больно пульсировала в ее сознании, пока в коридоре не послышался голос матери. Девочка быстро спрятала документ в коробку, вытерла с побледневшего личика слезы и, будто ничего не произошло, пошла встречать родителей. Конечно, они заметили, что дочь плакала, но поскольку она не хотела ничего объяснять, а мама с папой не любили лезть ей в душу, ситуацию пустили на самотек. Захочет, мол, сама расскажет. С тех пор у Нади уже было две мечты. Первая, как мы уже знаем, стать врачом, вторая – найти биологическую мать. Девушка даже дала сама себе обещание, что найдет ее. И только Надя стала студенткой медицинского университета и вырвалась из-под родительской опеки, как занялась поисками родной мамы. Это занимало много времени, требовало много усилий, но его настойчивость помогла ей. И через 2 года ее усилия увенчались успехом. Надя держала в руках бумажку с адресом своей биологической матери. Сразу поехать к ней девушка не решилась, долго думала, стоит ли. Десятки раз прокручивала в воображении сцену вероятной встречи с той, которая подарила ей жизнь. Надя боялась разочарования, боялась узнать причину отказа матери от нее и, наконец, собравшись силами, все же отправилась в путь и, преодолев сотни километров, заглянула в глаза матери. Этот момент Надя будет помнить всю жизнь, хотя предпочла бы забыть, ведь встреча выдалась совсем не такой, какой представляла ее себе девушка. Мать встретила дочь, которую не видела почти 20 лет. Холодно и безразлично. Не проявила ни интереса к тому, как ее ребенок жил все эти годы, ни к тому, чем занимается, о чем мечтает. Не просила прощения, ничего не объяснила, даже не обняла. Еще некоторое время девушка поддерживала связь с биологической мамой. Не по необходимости или желанию, а для отвода глаз. Но это продолжалось недолго. Когда связь оборвалась, Надя не знала, грустить по этому поводу или радоваться. Потому что чувство к женщине, которая выносила ее в своем чреве и явила миру для счастья и радости другой женщины, у девушки так и не появились. Надя долго не приезжала домой, ведь была занята поисками родной матери, но, найдя ее, вдруг поняла, как несказанно любит своих папу и маму, как искренне скорбит по ним, как ей не хватает их общения. И однажды, не дождавшись выходных, Надя написала в деканат заявление с просьбой о нескольких выходных днях и поехала домой. Придя к своим родителям, чувствовала себя так, будто переживала 100-летнюю разлуку с ними. Как же она смела думать, что сможет покинуть их, что кто-то сможет их заменить? «Мамочка, я к реке на немножко, можно?» «Надо подумать», — сказала Надя. «Давно там не была».
«Думай быстрее», – улыбнулась мама. «Через полчаса будем обедать». И Надя, схватив со стола кусочек сыра, побежала, как в детстве, к своей подружке реке, чтобы развеять над быстрой водой пепел сожженных мостов. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.